утро. Доброе. Я Глеб. А, вы Глеб. Аленочка еще не готова. Давайте я, может, в машине подожду. Не говорите глупости. Проходите, не стесняйтесь. Спасибо. Разбудил я вас? Ничего страшного. Я и сама в бассейн рано встаю. Не снимайте обувь. Проходите. Проходите, не стесняйтесь, устраивайтесь. У меня как раз готов кофе. Спасибо. Минуту. Вы, Глеб, просто волшебник. Вы говорили Леночку в такую поездку, да еще и с ночевкой. А, Лена сама захотела посмотреть морское. Ваше легендарное морское. Да, я бы и сама как-нибудь к вам поехала. Присаживайтесь. Так. Я Людмила. Жена папы Леночки. Очень приятно. А скажите, Глеб, у вас на Леночку серьезные планы? Я люблю Лену. А она вас? Мы месяц всего знакомы. Но вы же успели ее полюбить. Я, видимо, другое дело. Надо же. А вы знаете, мы могли бы с вами заключить союз. Петр Николаевич, Леночкин папа, очень переживает за судьбу дочери. Видите ли, Леночка у нас девушка своенравная. И папе хотелось бы, чтобы рядом с дочерью был настоящий мужчина. Жизнь отдам за Лену. Я вам верю, поэтому будьте с ней немножко поактивнее. Женщины это любят. Леночка уже освободилась. Ни слова ей в нашем разговоре. Глеб Сергеевич, заждались, наверное. Я уже готова. Елена Петровна. Да вы пейте свой кофе. Можем ехать. Да, ну хорошо. Не забудь папе дать лекарства. Не надо из папы делать развалины, Леночка. Я просто напоминаю тебе, что о нем нужно заботиться. Спасибо, дорогая. Спасибо за кофе. Счастливо. Пока. Счастливо. Сюда, Лен. Здорово, мамаша. Девушка, с приездом. Это Лена. Я тебе про нее рассказывал. Здравствуйте. Дарья Макаровна, можно по-семейному, мамаша? Здравствуйте, Дарья Макаровна. Милости просим, Леночка. Проходите. Красавец, просто красавец. Ну ладно, ладно, мам, устали мы. Надо что-нибудь в темпе позавтракать и отдохнуть. Да, отдохнуть сейчас еще, ребят. Караваны нам напускали.
теперь все у меня по-другому будет. Не хочу больше по морям без толку болтаться. Безделушки за копейки возить. Как же это, сынок? Я ведь на научника не просто так перебрался. Сытого купца. Умные люди заметили, посоветовали. Неужели твой дядя одумался, помочь решила? Я и без него через год всеми бизнесами управлять буду. Вот сейчас в рейс схожу и сразу через этих ученых в совет директоров порта пробегусь. Они же кто? Ученые. Они в портовом деле пионеры. Им крепкий хозяйственник нужен. Пожалуйста. Глеб Сергеевич Травкин. Дай это Бог, дай это Бог. Бог не даст, сам возьму. А пойду пройдусь, ма. Мамаш, постарайтесь на вечер что-нибудь особенное придумать. Вы же умеете. Надо ее удивить. Удивить. Удивим. О, Зойка, гляди. Наши, что ли? А это подкидыш вроде. Так это же наш Лёшка. Смотри, Пашка, сын учительницы с ним. А я, что-то они общим транспортом, а? Проштрафились, может. Здравствуйте, тетеньки. Привет, привет. Тетеньки, миленькие, родненькие. Дед, не спать, адмирал на корабле. Тут ты вернулся, салага. Дед Сава. Здорово, здорово. Как дела-то? Все сидите, торгуете, да? А что нам не сидеть? Не твое место занимаем. Или может наступить, офицер? Спасибо. Ясно. Какие новости-то, Селев? Да тихо все. Да, нынче утром Глеб Травкин вернулся. Невесту привез. О, как? Какую невесту, какую невесту? Ну ты как скажешь, это вот старый угорь. Невеста это была. Ну, да. На кораблик она у него купила, вот он и рассиропился. В невесты произвел. Это невеста была. Ходила, все улыбалась. И не купила она подарок от меня. Как там мама моя, тетя? Паш, ну что ей? Она все на работе, на работе. Она ж закаленная, как сталь. Да вроде вчера в город ездила, помнишь? Да. Да, да. А что это она? Она же по праздникам только едет. А ты что, ее не упредил? Сюрпризом, что ли? Ну да, типа того. А ладно, счастливо. Пока-пока. Что пустые? Бывает. Сав, Лёх, на границе сделали, а? Мы же не с рейса, мы с учебы. Курсы повышения квалификации. Ну как, а выяснили? Да нормально. Ну молодцы. Как моя Танька ждет? А ты что, меня сторожить от нее представлял? Ее и спроси. Да ждет. Осенью свадьбу сыграем. Вас, посаженной матерью, позову. Так я и побежала. Позову. Иди, иди, баламут. Пашка! Ой, какой не скоро судонышко получит. А. Слушай, Матвей, а на какой Танюшке-то он женится? А? Да на медсестре из амбулатории. Здравствуйте, Тамар. Здравствуйте. С гостем тебе, дорогим, так что ли? Ничего от вас не скроешь, сороки горластые. Все проведаете. Приехал Глебушка, с самого утра приехал. Так говорят, не один приехал-то. Невесту вроде привез, но смотрины. Ой, да привез, привез. Ну только не тебе смотреть. Нашлась смотрельщица. А мы не напрашиваемся, что сами выбрали, то и нам хорошо. Лишь бы у молодых все сладилось. Пора уже Глебу-то Сергеевичу. Созрел. Все-таки разбудили бездельницы горластые. Леночка, извините, у нас тут все по-деревенскому, по-простому. Да ничего страшного. А где Глеб Сергеевич? Он по селу пошел. Скоро вернется. А вы спускайтесь к нам, мы будем чай пить. Я блинчики напекла с клубничным вареньем. С удовольствием. Сейчас иду. Нет, нет, нет.
Тань, я ничего не хочу об этом знать. Давай, ну ты же медик, ну как-нибудь уладь это. Я же вам говорю, что нельзя, мне уже 8 недель. А что ты тянула-то? Так опасно, первую беременность не рекомендуют прерывать. Ой, не надо только сказки рассказывать, а? Давай. Съезди в город и все это сделай, хорошо? Денег я дам столько, сколько нужно будет. Врачи знакомые в городе есть? Страшно мне, Глеб Сергей. Мне страшно, Таня! Я не понимаю, о чем ты думала? А я не думала, я вас ждала. Я не знала, что мне делать. Вы приехали, эту кралю с собой привезли. Не смей говорить о Лене ни слова. Ни полслова, ясно тебе? Я спрашиваю, тебе ясно? Это что? Вы только приехали, а уже все об этом болтают. Пусть болтает. У тебя вон свой жених есть, его и жди. Вспомнили. Вы ведь раньше тоже по-другому говорили. Вы говорили, Лёшка твой шалопай, ему никогда не стать капитаном. Держись за меня. Глубенькая, ну, Танька. Я же не отказываюсь от своих слов. Давай, сделай, как я прошу, и все уладится. На судно тебя за время узнаю. С квартирой помогу. Давай. Я просто не хочу вам мешать. Он же любит тебя. И ты его любишь. Зачем все рушить? Давай. Со мной поиграли, хватит. С ребенком не тяни. Он ни тебе, ни мне не нужен. Да, ничего не скажешь. Наше морское село с историей. Ни речки, ни озера, до моря 200 километров. А половина села моряков. Женщины почти все морячки. Вам с вишневым вареньем? Да, спасибо. Я когда первый раз про морское услышала, я даже не сразу поверила. Все удивляются. Бывает, кто-то из парней после школы не в мореходку собирается, ну, куда-то там еще. Так всем селом чуть ли не за изменника родины готовы считать, а? Ой, Дарья Макаровна, это, наверное, к вам пришли. Любопытная Варвара. Да нет, Леночка, это скорее к вам. Ну чего встала, кумушка, иди отсюда. Делать тебе да нечего. Да вот охота посмотреть, кого это ваш Глеб тебе в невесты привез. Да нечего тут стоять, иди отсюда. Свадьбе надо готовиться, Макаровна. Давненько мы на хорошей свадьбе не гуляли. Леночка, присаживайтесь. Иди отсюда, гулёна, нечего тут стоять. Балаболка, посмотреть ей. Не обращайте внимания, деревня. Здравствуй, мам. Приехал. Привет. Здравствуй. Ой, боже мой. Как ты? Нормально. Нормально? А мы с Лехой сдали экзамены сразу к вам. И даже ни одного денька в городе не погуляли. Ничего не успели. Ой, похудел, что ли. Теперь будете меня откармливать, мамуль. И не надейся. Письмо тебя ждет из управления порта. Что за письмо? Сказано, как приедешь, явиться в отдел кадров. Зачем? В письме все написано. Пойдем. Значит, Леночка, вы теперь с Глебом на одном судне будете. Да, вы знаете, это мой первый выход в море, и вот сразу на такой срок. Вы с родителями живете? Да. Переживают за вас. Ну, конечно. Знаете, папа хоть и сам океанолог, а вот до последнего не соглашался меня отпускать. Ну, так папу понять можно. Дочка не морячка, а столько месяцев в море, то ж привыкнуть нужно. Ну так это же не на все время. Я вот сейчас данных в море накоплю, а потом года два для сугубо кабинетной сухопутной работы. Для систематизации, публикации, ну... А потом можно опять в море за новым материалом. Леночка, значит, муж моряк вам в самый раз будет.
Да, вероятно. Только я замуж пока не собираюсь, Дарья Макаровна. Как же так? Вот Глебушка по-другому думает. А при чем здесь вообще Глеб Сергеевич? Как Глеб Сергеевич? Я думала, что... Он же сказал, что вы его невеста, и он привез вас, чтобы с нами познакомить. Я так обрадовалась. А разве... Знаете, это все очень странно, но поверьте, я не невеста Глеба Сергеевича. Вы меня извините, конечно. Может быть, я что-то не так поняла, перепутала. Вы простите меня. Лешенька, потом, потом, Лешечка, подожди. Потом. Ты что, не соскучиваешься? Соскучилась, конечно. Неудобно, вдруг кто увидит. Подожди, да пусть увидит. Ты чего? Это большое дело, все знают, что ты моя. Что мы осенью поженимся. Осенью? Ну да. Так, а ты что? Передумала, что ли, а? Нет, Леш, не передумала. Ну а что тогда? Что-то я тебя не узнаю. Случилось что? Я беременна, Леш. Странно, мам. Мне ведь еще не пришли мои документы с курсов. Ну а что же они? Мало тебя знают, что ли? Ты ведь отсюда, из Морского. Да и в порту не первый год. А ты что же, не рад? Да нет, я рад, конечно. Просто мне кажется, это твоя рука. А если и так? И не для того я тебя растила. Одна. Чтобы мне потом глаза все тыкали, что вырастила ни на что негодного сына. Мам, ну мне не 10 лет уже, чтобы ты бегала по кабинетам и просила за меня. Так а я не ходила. Я случайно встретила Кузнецова. Кузнецова? Кузнецова. Он спросил про тебя. Слово за слово. И вот это письмо. Понятно. Он так любит тебя, мам. Зря ты за него замуж не вышла. Угу. Чтобы потом все сказали, что я думаю только о себе. А не о своем сыне. Да ребенок только рад, если мама счастлива. А я очень счастлива. У меня прекрасный сын. А больше мне ничего не надо. Руки мыть. Иди умывайся, буду тебя кормить. Есть. У нас с тобой будет ребенок. Правда? А когда ты узнал? Как ты на курсы уехал через неделю? Ребеночек, человечек. Танюша, ты же чудо. Никого не было, и вдруг вот он, живой. Что с тобой? Леш, я не знаю, как я эти 3 месяца без тебя прожила. Столько всего передумала. Ты же, надеюсь, не думала, что я брошу тебя и своего ребенка.
Да кто вас мужиков знает? Пока гуляете одно, а как речь о детях заходит. Танюх, ты чего? Да какое тебе дело до остальных мужиков? Вот он, я тут перед тобой, твой единственный мужик. Ну, да я, если хочешь знать, я сейчас готов тут до неба прыгать. Хочешь, на все село буду орать. Да ребенок, ну это же, это такой подарок для любого мужика. Ну, ты чего? Ну? Леш, свадьбу нашу перенести нужно. А, конечно, конечно, перенесем, милая солнышко ты моя. Ты только не волнуйся. Ты представь, у меня, у детдомовца, у Ленги безродного, вдруг будет свой сын. Леш, ну почему сын? Может быть, дочка? Ай, это я так, автоматически. Пусть девочка, пусть. А девочка, ты знаешь, она даже лучше, она... Они отцов больше любят, я точно знаю. Радость, как я тебя люблю. Не волнуйся, я теперь... Теперь тебя на родах буду на руках носить. А после родов вас двоих. Не надо меня, Леш, на руках носить. Мам, я отъеду. Машину заправлю. Масло поменяю. Не задерживайся допоздна. Хорошо. Я буду ждать тебя. А где Лена, ма? Ты уж прости меня, Глебушка. Я не знаю, кто из-за язык ты меня тянул. О чем вы? Лена где? Ушла она. Я ее и молила, и просила. Она куда знает, ушла? Мама, вы... меня до поселка или до какой-нибудь ближайшей станции. Я заплачу. Ну, это обнадеживает. Мне как раз на заправку надо садиться. Спасибо. Как же так получилось? Возвращайтесь одна. Да еще и автостопом. Вас кто-то обидел в Морску? Я сама виновата. Значит, обидели. Утром со мной приезжала, не видели? Так она с паштетом уехала. С каким паштетом? Ну, с Паш, Ромовым. Так, с Пашей. Зря вы про Пашу сказали. Зря. Тебя забыли спросить, старый краб. Thank you.
Садитесь. Зачем? Да из-за вас. До моего дома очень далеко, я же говорила. Ничего, первый раз буду девушку провожать так далеко. Лен, подождите. Ну, куда же вы уехали? Да еще и тайком. Ну, что за фокусы? Я что, мальчишка бегать за вами? Почему вы так со мной разговариваете? И вообще, почему вы всем сказали, что я ваша невеста? Я вам что, дала для этого какой-то повод? Какая ерунда, Лен. Ну, мало ли, что там баб трепет на деревне. Пойдемте домой, вернемся и все обсудим. Я хочу поехать к себе домой. Почему вы меня держите? Отпустите. Привет, Лен. Дома поговорим. Лен, привет. Привет, Паша. Давай, свободен. Я отвезу девушку. Поедем. Подожди, подожди. Ты же видишь, что девушка не хочет ехать. Ну, ты что? Получше. Я говорю, свободен. Глеб, извини, конечно, но мы с Леной уже обо всем договорились. Леночка, садитесь, пожалуйста. Сейчас поедем. Присаживайтесь. Алош, вообще не твой вариант. Я за эту девушку драться не стану. Я же просто за нее убью. Понял? Понял. Присаживайся, Лена, что вы стесняетесь? Вы не стесняетесь. Извините, ради бога, что так получилось. Некрасиво как-то. У нас с ним это не первый раз. Чего, через 3 недели опять будем здороваться, дружить? Вы всегда побеждаете. Да нет, знаете, как он меня мутузил в школе? Старшеклассником был. За что? У меня мама директор школы. Классовые противоречия. Да нет, у него папа тоже там начальник в порту какой-то. И вы что, ни разу маме не пожаловались, раз он старше был? Я драться научился. Да и мама не одобрила бы моих жалоб. Она меня одна воспитывала. Мы рано отца потеряли. Поэтому она мне всегда говорила, мужик должен быть мужиком. Думаете, с ним все в порядке будет? А вы переживаете? Ну, вы как думаете? Да не переживайте, нормально с ним все будет. Вы извините, ради бога, что я вас во все это втянула. Да ерунда, забудьте. Но я бы с радостью, боюсь, это будет непросто. Почему? Мне с этим человеком придется 4 месяца в море провести. Не хочу сразу домой. Объяснять что-то стыдно, а брать не хочется. Вы умеете врать? А вы? Я да. Могу научить, кстати, если хотите. Думаете, пригодится? Ну, мало ли. Тогда договорились. Ну, а раз договорились, тогда придется вам оставить свой номер телефона. Зачем? Ну, а как же я вас найду? Или хотя бы намекните, где вас искать. Где? А вон, смотрите. Видите теплоход в гавани? Это научник? Плавучая лаборатория. Это академик Комаров? Да. Через 3 недели мы выходим в море именно на нем. 4 месяца. Правда, красавец? Да. Ну, корабли и самолеты не бывают некрасивыми. Что вы там будете делать 4 месяца? Слушать дно океана. Я океанолог. Моя тема – движение океанических вод. Ну, вам-то, наверное, неинтересно. Ну, почему? Мы же все по вашим картам ходим. Так странно, только познакомились, и уже сразу на 4 месяца.
Вы расстроились? Есть немного. Ну, я надеюсь, вы тоже на берегу не засидитесь. Ладно, теперь можно и домой. Вам еще обратно ехать. Да я не тороплюсь. На самом деле. Спасибо вам. Вы сегодня для меня столько всего сделали. Все-таки вы заслужили мой номер телефона. Записывайте. Вы говорите, я запомню. Ребушка, что же это ты пьешь? Ма, не надо. Без закуски. Я не по-настоящему. Да я все испортила, да, сынок? Ну что вы, мамаш? Ну взял бы ты кого-то из своих, из деревенских. Он Танька медсестра, и собой не дурная, с дипломом. В самый раз тебе будет. В самый раз, да? Как перчатка. Ну и что, что как перчатка? Вон, Лёшка, подкидыш. Пошустрее всех оказался, всех обошел. Все будет хорошо, мам. Пошли ужинать. Ну, пошли в дом. Я не буду. Все будет хорошо, вот увидишь. Лена, вы же с ночевкой собирались. Обстоятельства изменились. А где отец? Его на выходные забрали Кругловы. У них там какие-то свои стариковские традиционные посиделки. А что же ты не поехала? Очень остроумно, доченька. А я не собиралась острить. Просто выходя замуж за старика, ты выходишь замуж за его привычки. Твой отец более добр ко мне, чем ты. Там слишком часто вспоминает твою покойную маму. И он понимает это, что мне от этого некомфортно. В этом доме тоже не намерена ее забывать. Учти это, мамочка. Скорее бы ты уже вышла замуж, доченька. Ничего. А то иду в море, ты от меня отдохнешь. Мамочка. Павел Васильевич Громов, пришло твое предписание. Держи. Назначаешься старшим помощником капитана на плавучую лабораторию академик Комаров НИИ океанологии. Куда? Что? Академик Комаров? Ну, что? Не рад, а? Да очень рад, Андрей Михайлович. Вы даже себе представить не можете. Ну вот и хорошо. Присаживайся. Посудина 3 года после капремонта. Капитан Боровой 14 лет водил суперлайнер Лермонтов. Старой закалки мастер. Понятно. Ну, если вести себя правильно, служить можно. Ясно. Через 20 дней в море. Готов? Да я хоть сейчас, Андрей Михайлович. Вы даже не поверите. Готов сейчас сорваться. Удачи тебе. Спасибо. Ой, спасибо. Да-да. Разрешите? Глеб Сергеевич, здравствуйте. У вас ко мне какое-то дело? Нет, Елена Петровна, никакого дела у меня к вам нет. Я просто хотел извиниться за вчерашнее. Мне очень жаль, что все так вышло.
честное слово, как говорится, размечтался. Глеб Сергеевич, я больше на вас не сержусь, но вы тоже должны меня понять. Вас понял. Ну, может, мир? Все-таки на одном судне на такой срок. Да мир, конечно. И вот, вы забыли у меня. Дед Савва обидится. Спасибо большое. Пожалуйста. Удачного вам дня, Лен. Всего доброго. Спасибо и вам. И надолго это ваше кругосветное путешествие? 4 месяца, я уже говорила. Значит, тебя не будет, когда мы поедем в Москву? Не знаю. А когда вы собираетесь в Москву? В августе. А зачем? Папочке предлагают институт. Ты не говорил? Да пшеничником вдруг вспомнил обо мне. Наверное, кто-то напомнил? Да, наверное, кто-то напомнил. Лен, тебе надо подписать кое-какие бумаги. Нам, скорее всего, придется поменять эту квартиру. Ну, чтобы улучшить условия в Москве. Институт предлагает какую-то квартиру, двушку на 4-м этаже без лифта в старом фонде. Как это поменять? А разве это сейчас возможно? Ну, если не удастся поменять, то продать. Угу. Продать нашу квартиру? А как же я? Ты получишь свою долю, свою часть от продажи квартиры. Угу. Потом купишь однокомнатную. А когда ты выйдешь замуж... Интересно. А если я вообще не выйду замуж? Ну, разве ты не видишь? Она назло мне все это говорит. Она думает только о себе. Ей наплевать на тебя. Девочки, не надо ссориться. Это ведь все только предположение. Может быть, все это и закончится пустыми разговорами. Хорошо, папа, я подпишу все, что нужно. Товарищи офицеры, прошу внимания. Хочу представить вам моего старшего помощника и вашего непосредственного начальника. Громов Павел Александрович. Как говорится, прошу любить и жаловать. Ну, с прибытием. Спасибо. Павел. Третий помощник Иванов Александр. Очень приятно. Второй помощник Василий Белозоров. Павел, очень приятно. Павел. Начальник радиостанции Андрей Борисович. Очень приятно. Помощник капитана по научно-технической службе Владимир Григорьевич. Очень приятно. Павел. Глеб Травкин, Сармех. Здорово. Виктор Михайлович, Алексей Александрович. Павел Ильич. Второй механик Сергей Семенович. Присаживайся, старпом. Леночка, что там у нас? Овсянку. А, прекрасно. Хорошо. Добрый день. А, мне сказали, что новый старпом хочет... меня видеть. Очень и очень хочет вас видеть. Значит, это вы? Да. И цветы тоже от вас. От старпома, если вы не против. Нет, я совсем не против. Я поздравляю вас. Я просто решил, что такая прекрасная девушка, как вы, нуждается в защите от женихов на берегу и в море. И в честь моего назначения приглашаю вас сегодня поужинать вместе. Придется подчиниться.
отлично. Да до вечера. До вечера. Знаешь, за что я люблю нашу морскую? За что? За надежду. Экипаж не понял. Представь себе маленькое село с таким названием, да, морское? Вдали от моря. А при этом столько моряков вырастило, да? Живя в море, легко стать моряком. А так, если человек из года в год видит голые степи, мечтает о бескрайних морях, вот это труд. Это надежда. Мне так кажется. Да, жаль, что у меня сложилось совсем другое впечатление о твоем родном селе. Ничего, я его исправлю. Да ты его уже исправил. Да ладно. Серьезно? Конечно. Я же еще вчера собиралась написать рапорт своему научному руководителю и отказаться от похода. Ну, правильно сделала, что не написала, кстати. Да, сегодня я снова счастлива, снова люблю море и радуюсь, что пойду в море вместе с тобой. Так странно, даже не верится, что люди могут чувствовать одно и то же. Последний раз за гранку идешь, да? Сейчас, не мешай считать. Ой, ну чё тебе не хватало-то, а? На берегу же скука. Или ты какой прицел имеешь? Не твоего ума дело. Надо будет, я это золото контейнерами возить буду. Ты только, когда возить будешь, про своих не забудь. Не забуду, пятнистый. Давай, давай, давай. Да. Товарищ Стармех, к вам гости. Что за гости? Говорит из Морского, землячка ваша Татьяна. Чё, Тарасил, собирайся.
позвоню. Значит так, матрос. Пусть она приходит по этому адресу. Через 2 часа. Все понял? Понял. Выполни. Есть. Спасибо тебе за Павла, Андрей. Он на 7-м небе. Совсем как мальчишка. Тебе спасибо. Такого парня вырастил. Он ни о чем не догадался. Ну, теперь уж все равно. Догадался, не догадался. Я не для себя старалась. Ну, это он прекрасно понимает. Просто хочет, чтобы ты о себе подумала. Всему свое время. Все время так говоришь, сколько тебя помню. Ну, а когда же на Пашиной свадьбе гулять-то будем? Рано еще. Вот и мне так говоришь. Так и проходим параллельно друг к другу, Галь. Неужели все еще ждешь, Андрюша? А ты не знаешь. Да хоть сейчас готов тебя к себе забрать. Только скажи. Хочешь всех насмешить? Давно уже все смеются. Ходим, ходим. Сколько лет прошло, как ты одна. Пашку он подняла. Пора и себе подумать. Спасибо тебе, Андрей. За все спасибо. А ответа опять нет. Здравствуйте, Глеб Сергеевич. Привет. Да вы не бойтесь, меня никто не видел. Ты зачем на судно пришла? А я не знала, где вас искать. Давай, давай, заходи. Это ваша квартира? Моя. Чай будешь? А можно воды? Устала с самого утра на ногах. Воды нет, есть морс. Спасибо. Ты врача нашла? Глеб Сергеевич. Я решила оставить нашего ребенка. Что, прости? Я не буду делать аборт. Это что значит, ты решила? Да не хочу я быть убийцей своего ребенка. Да не волнуйтесь вы так. Я Лёше сказала, что ребенок, которого я ношу, от него. И что, поверил? Поверил. Он сразу принял его своим. Ты молодец, девочка. Запутала бедного парня сроками. Просто Лёша меня любит. И мы свадьбу решили перенести, чтобы пораньше сыграть. Я счастлив, я при чем? Глеб Сергеевич, ну, пожалуйста, помогите Лёше судно получить. За него уже работу ищешь. Этот подкидыш никогда не повзрослеет. Да Лёша тут ни при чем. Вон Громов и дня не прождал, да а уже... Да получит твой подкидыш судно. У нас сирот и убогих любят. Нам срочно надо, чтобы так вышло, как будто бы... Мы свадьбу переносим из-за того, что он в море уходит. Я не хочу сидеть на свадьбе с животом выше подбородка. И ребенка убивать я тоже не хочу. Глеб Сергеевич.
Я клянусь вам, если вы только поможете, то никто ничего про ребенка не узнает. Хорошо. Хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Тихо. Так точно. А на вахте кто? Второй штурман. Ладно, матросик, служи. А нас ты не видел. Так точно. Так хочется в море быстрее. Сейчас. Я согласна. Тогда вперед. Ну уж нет, ты меня этим не проведешь. Я все ваши морские шутки выучила. Точно? Хочешь, поверь? О чем? Давай начнем с простого. Если предмет движется, то... То что? Если предмет движется, отдай ему честь. Угу, правильно. А если нет? А если нет, тогда покрась. А женщина на корабле? Океанолог. Все, отстань. И вообще, ты обещал научить меня врать. Зачем? Ну как же. Могу же я дома сказать, что провела ночь со Старпомом. Придется. Почему? Ты же меня обманул? Конечно. Почему? Потому что люблю тебя. До прихода Старпома. Да успею. Валяй. Интересно, как тебе такое только в голову-то пришло? Да Лёха сам меня об этом попросил. У тебя, говорит, дядя в отделе кадров работает, спроси, если там
Есть, может, чего. Злые языки просто у наших морячек. Вы же знаете. Жалко девчонку, затюкают. Прям водевиль какой-то. Свадьба. Беременная невеста. А про то, что Пашу Громова с научника отозвать, ты только сейчас придумал, так? Какие варианты? Судно на дороге не валяется. Да, я подумал, если Громов с Хомутовым друзья, если они учились вместе, мореходку вместе, курсы повышения вместе закончили. Как раз даже хорошо, если друг в этом деле поможет. Другой вон пойдет жалобу строчить, обидеться, а Громов будет только рад другу помочь. Да и знаете, как бы судно-то он до конца еще не принял. Зацепиться с командой не успел. А ты успел. Ну, с меня немного другой спрос. Я всего-то 5 духами командую. Ну ладно. Что-нибудь придумаем, чтобы не пострадала честь невест. Спасибо. Молодые будут рады. Дядя Андрей, тут просто такое дело, что по поводу назначения Громова на судно в порту уже слухи ходят. Что, мол, Андрей Михайлович с Галиной Ивановной, с Пашкиной мамой сына хотят подальше услать, чтобы он не мешал. Надо же, Старнех. А ты еще и слухи собираешь. Да. Иногда собираю. Если это меня и моих родственников касается. Лично мне от вас, дядя Андрей, ничего не надо, вы знаете. Бывайте. Угу. Бывай. Войдите. Разреши, чиф. По делу или так? И так, и эдак. Слушай, Паш, давай тормознем нашу разборку. А то как дети малые, помахали кулаками и хватит. Да я, собственно, не против. Ну, отлично. Мир, дружба, служба. Я рад. Да-да, войдите. Я сюда попал. Заходи, Леха. Здорово. Ну вот все и в сборе. А я к вам прям из управления порта. Неужели судно получил? На номерном наливнике. Второй помощник капитана слег с чем-то хроническим. Вместо него я поведу боченьку во Владик, а? Поздравляю. Брат от 12 недель, а? Паш, поздравляю. Спасибо. Надо отметить. Большая удача, поздравляю. Удачи, 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 удачи. Правда, экипаж попался. Сборная солянка. Я одного русского. Два украинца, один латыш. Но я думаю, что это ничего. Ничего, сейчас все так ходят. Да, конечно. Главное, под каким флагом ходишь? Как под каким? Под российским, конечно. И еще. В эту субботу село Морское. Дом номер 23. Наша с Татьяной свадьба. Да ладно? Да. Форма одежды праздничная. Ну, поздравляю. Молодец, подкидыш всех, умыл. Ты гигант, конечно. Ладно, парни. Двину в машину. Подожди, Глеб. Спасибо, что зашел. Я должен был первым подойти. Да какая разница, ты и я. Леха, поздравляю. Глеб, ты что, давай еще. Вахта. Ну, смотри. А что? На старпуму. Давай. Поздравляю. Спасибо.
Спасибо, что довез. Доброе дело перед походом сделал. Да нет, что ли? Да. Паша, скажи, а вы к Красному морю через Адынский залив идете? Ну а как по-другому, дедуль? Да что ты скалишься? По-другому-то никак. Поговорили, что там пираты шибко шикуют. А вы без оружия. Ну-ка мы научное судно, дед Сав. Какая разница? Им на это наплевать. Им даже лучше, что вы без оружия, понимаешь? Они разбойники. Слушай, что я тебе скажу. Когда войдете в залив, идите ближе к Йеменскому берегу. Хорошо. Они туда не сунутся. Хорошо, дед Сав. На судно придешь, старшему своему тоже скажи. Ну, все, хорошо. Пока. Счастливо плавай. Пока. Это правда, Павел? Что, мамуль? А то, что дед Сава болтает про пиратов. У нас научное судно, мамуль. Не торговое. Им даже поживиться нечем. Не беспокойся. Тридцать три мили. Видимо, у вас тут эти помощники. Георгий Семенович, извините, пожалуйста, я к вам врываюсь. У меня к вам очень серьезное дело. Что случилось? Елена Петровна не устраивает наше отдаление от Сомалийского берега при пересечении Аденского залива, Георгий Семенович. Да, я не могу проводить свои исследования на таком расстоянии. Я с таким же успехом могла сделать это дома, сидя на берегу. Я не могу подходить ближе. У меня есть инструкции по безопасности. Елена Петровна, дорогая, там пираты. А вы что, об этом раньше не знали? Мы уже 3 месяца в море. Может быть, нам вообще свернуть экспедицию из соображений безопасности? Если понадобится, Елена Петровна, я именно так и поступлю. Георгий Семенович, миленький, ну простите. Просто вы поймите, что если бы я знала об этом, я бы наметила совсем другие измерения, понимаете? У меня были бы совсем другие планы, а сейчас... Ну, я как безбилетный пассажир у вас. Георгий Семенович, ну, может быть, можно чуть-чуть ближе к западному берегу залива, а? Елена Петровна, ну, мы делаем все, что возможно. Но вы поймите, я не могу рисковать экипажем и судном. И старпом выполняет мои указания. Ну, ладно, ладно, что-нибудь попробуем. Спасибо большое, Георгий Семенович, спасибо. Значит, это у нас рекомендованные. Сейчас представим икону. Рекомендованные курсы вот в этом коридоре. Минимальное удаление от берега 400 миль. Да, но это рекомендованные курсы. А надо бы подойти поближе. Все, штурман, меняем курс. Есть менять курс? Старпом. Да? Скажи науке, что попробуем помочь. Хорошо, Георгий Семенович. Выполнять. Есть. Все будет нормально. Так должно быть. А вам главное сейчас не волноваться, не нервничать. И все будет хорошо. А это почитайте на досуге. Серафим. Хорошо, спасибо. Док. Привет. Чего тебе? А есть что-нибудь успокаивающее? Сплю плохо. Не держу. Пей кипяченую воду с медом перед сном, чем травиться снотворными. И гуляй по палубе перед сном. Не помогает, док. Тогда баранов считай. А что с океанологом нашим? Не ест ничего, белое как мел. Укачало? Качка-то положена здесь ни при чем. А что при чем? А вот это, милый мой, не твоего ума дело. Иди. Давай, давай. Стой. Иди сюда. Держи. Вот тебе леденец ромашковый. Тоже успокаивает. Иди, неси в службу.
Глеб, не занят? Кого прячешься-то, дедуля? Да мне вообще на вахту через 3 часа, я спать собирался. Чего хотел? Совет нужен. Лене хочу предложение здесь сделать. Прямо здесь, на корабле. А она что, согласна? Конечно. Ну, а я при чем? Подарок нужен. Поможешь? Ну, вон, Адам, через 2 дня. Иди сам в город покупай. Да ладно, Глеб, ты же у нас спец по побрякушкам. Почему я спец? Ну, что тебе стоит? Я в город выходить больше не планирую. А тому, кто меня по этим делам спецом назвал, я ногу сломаю. Понятно. А я думал, мы друзья. Видать, нет. Ну, видать, нет. И не я это начал. Ну, ладно, дедуля, отдыхай. Что, чиф, не спится? Тоже спит в Аденском заливе. Что тут у нас? Слева на траверзе 2 корыт нарисовалось. Сначала они четко отбивались, а теперь точно видно, рыбачки. Связаться пытались? Да пытались, я с ними на 16-м говорил. Что-то такое, калямари, видимо, кальмаров ловят. Ведут себя спокойно. Что-то не похоже. Что не похоже? Кальмары лова освещены на полгоризонта и стоят на месте. А эти движутся в темноте со скоростью 25 узлов. Эх ты, Секом, звони капитану. Так зачем? Капитан только что был. Быстро звони! Они идут на пересечение нашего курса. Капитан, просьба немедленно прибыть на мостик. Судовая тревога. Угроза нападения пиратов. Внимание экипажу. Общесудовая тревога. Общесудовая тревога. Всем собраться в машинном отделении. Лена! Лена! Что случилось? Пират, судовая тревога. А как экипаж? Павел в машинном отделении. Пойдем, экипаж. Mayday, mayday, mayday. This is motor vessel Academic Komarov. My position. 1-2 degrees north. 5-2 degrees east. Attack of pirates. Attack of pirates. Help. Help. Attack of pirates. Академик Королёв, это порт 038. Мейдей принял. Мы в 47 милях от вас, к северо-западу. Готовим вертушку с морпехами. Будьте на связи. Спасибо, 038. Понял вас. Понял. Старпом, стоп, машина. Вахта, живо вниз. Не волнуйтесь, Леночка, все нормально.
Ильича! Расступитесь! Расступитесь! Лена! Простите! Слышите? Паша, она так испугалась. Что же теперь будет, а? Все будет хорошо, любимая. Мы закрыли дверь, она сюда не пролезет. Морпехи уже вылетели. На помощь. Старпом! Да! Проверить личные составы, задраить двери. Есть! Чиф, у нас там дед остался. Какого черта? Так давайте я его вызову. Отставить. Если он спрятался, раз его выдаст. Я его перехвачу, но днем подсобку на юте, задраем и с нами пересидим. Есть, мистер. Есть. Все. Скоро вернемся. Русский, значит, студент? Да, я студент. Тихо, не ори. Thank you.
Мы его уже 6 часов ищем. Бесполезно. Да знаю, Сань. Ты ей это объясни. Юрик Семенович, тельняшку подайте, пожалуйста. Спасибо. Я своими глазами видел, как этот крысеныш 2 раза выстрелил Паше в спину. Он упал за борт. Потом, когда я подбежал, он выстрелил в меня. Я успел его содрануть огнетушителем. Вы видели, да? Там морпехи подоспели. Зачем вы вернулись в каюту после сигнала тревоги? Я не возвращался в каюту. Я проводил машину Алену, а потом побежал проверить, все ли мои духи успели выскочить. А эти макаки меня отсекли. Это, конечно, не мое дело, капитан. Но мы зря мы изменили маршрут. Прошли бы стороной мимо этого проклятого залива. Пашка был бы жив. Вы так думаете? А как мне думать? Ну ладно, выздоравливайте. Спасибо, Иван, Георгий Семенович. Ну что это ты тут сидишь? Не люблю тебя в школу ходить. А если бы у меня педсовет был, я могла бы и в самую темень вернуться. Ты же меня знаешь, я бы все равно тебя подождал. Знаю. Что-то ты какой-то не такой. Или мне кажется? Ну, господи, ну не пугай ты меня так. Ну давай заходи в дом, за чаем все и расскажешь. Сегодня получено сообщение с академика Комарова. На судно напали пираты. Пираты. Его похитили. Застрелили. Да. Глеб Сергеевич, разрешите? О, Леночка. Проходите, конечно. Ваши очки. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Ну, пустяки. Пуля задела только мягкие ткани, прошла насквозь. Я думаю, что до возвращения в порт все заживет. Паша из-за меня погиб. Из-за того, что я упросила капитана изменить маршрут. Нет, Лен. Это роковой случай. Стечение обстоятельств. Нет, экипаж тоже так думает. Я же вижу, как они меня сторонятся и глаза прячут. Не надо никого слушать. Им всем по большому счету плевать, что произошло.
А мы с вами потеряли близкого человека. Глеб Сергеевич, да я во всем виновата, Глеб Сергеевич. Нет. Нет. Ну, чего вы виноваты? Я не дам вас обиду никогда. Здравствуйте, а вы что здесь делаете? Вы кто? Мы? Мы живем здесь. Живете? Да, мы купили эту квартиру месяц назад. Принесите, пожалуйста, документы. Не надо. Не надо. Это Людмила. Она все-таки добилась своего и продала квартиру. Да-да, с нами имела дело именно Людмила. А, вы, наверное, Лена, дочь бывших хозяев. Кажется, вы были в плавании. Да. Нет, ничего подобного. Сделка не могла состояться без вашего согласия. Документы, пожалуйста, принесите. Я перед выходом в море подписала какие-то бумаги, чтобы не расстраивать папу. Да, ваш отец уже тогда лежал в больнице, но у нее были все необходимые документы. Так что с нашей стороны все в порядке, по закону. Папа лежал в больнице? Когда? Разве вам не сообщили? Нет. Этого быть не может. С кораблями всегда есть связь, особенно в экстренных случаях. Моряков даже с рейсов снимают, отправляют домой. А тут такой случай. Но вам обязаны были сообщить. Где я? В доме торговца Усейна Набили. Где это? Сомали. Вы русская? Половину. Я болгарка. О, я смотрю, наш моряк пришел к себе. То есть в себя. Правильно? Я очень рад. Ты должен мне сказать спасибо. Я тебя спас из моря. Зачем? Ну, я буду тебя менять на моего брата Умара. Он сидит в тюрьме в Египет. Я буду тебя на него менять. У тебя брат тоже пират. Мамуке. Немножко. А русский откуда знаешь? Я учился в Бауманке 2 года, знаешь? Потом деньги кончились, брат в тюрьме, денег нет. Ну, соберу опять, поеду учиться. Понятно. Халида – врач. И Муасинага – это моя жена. Будешь на нее пялиться, на кубарею, я тебя отрежу голову. Понятно?
Хватит? Я думаю, нет. Пишите. Все. Спасибо вам. Спасибо. Два дня сделаю фотографию, я договорился. Спасибо. Я никому не нужна. Это не так, Лена. И вы это знаете. Давайте я вас отвезу к себе на квартиру, поживете пока там. Вам нужно успокоиться и подумать о вашем ребенке. Откуда вы знаете? Лен, на судне трудно что-то скрыть. Вам наш судовой врач сказал. А Паша? Он тоже знал? Нет. Если бы он знал, он бы не отошел от вас ни на шаг. И был бы на седьмом небе от счастья. Послушайте, Лен. Одно только ваше слово, и я всегда буду рядом с вами. Я готов вам служить, как раб. Вам, вашему ребенку. Я землю готов грызть, чтобы сделать вас счастливым. Я клянусь вам. Я клянусь памятью Павла. Все, хана. Где ты этому научилась-то? В Пловдиве. Я 7 лет управляла кафедрой хирургии в городской больнице. Почему тебя звать Халидой? То я мое мусульманское имя. Раньше назвали Вера. Как же ты сюда попала, Вера? Я приехала в части миссии «Червенный крест» 5 лет тому. А миссия у мертвяны – религиозные фанатицы. То есть твои родственники не знают, что ты здесь? Нет. Всяко думаю, что я у мертва, как и все члены миссии.
еще освободят, обещаю тебе, сообщим, что ты жива. А, я присяду. Усейн сдержит свое слово. У него нема другого исхода. А мне отсюда уже никого не избежат. Надо стараться. Как только там, на родине, узнают, что я жива, попытаются меня освободить, здесь меня убьют. Ломана, мута папа, куда она? Лида, мне нужно позвонить. Забудь. Цикава келели! Лен, если ты сомневаешься или передумала, давай лучше сразу вернемся. Второго позора мне не надо. Глеб Сергеевич. Я же просил, не называй меня так! Ради бога, простите, я... Прости, Глеб, просто я никак не могу привыкнуть. Лен, милая, я все понимаю, нам обоим сейчас тяжело. Но просто поверь, все, что я делаю только ради тебя, ради твоего ребенка, ради ребенка моего друга. Да, Глеб, я очень ценю все, что ты для меня делаешь. Скажи, разве нельзя обойтись без этой свадьбы? Недостаточно, что мы расписались. Да, у нас все не по-настоящему, не по-человечески. Я понимаю, это невозможно. Но я готов ждать. Хоть всю жизнь. Я сделаю все, чтобы заменить тебе Пашеньку. Поехали. Là, vraiment, il faut bien les faire. Hein. Oui, et je vais bien faire ça. C'est un bon poisson. Il faut bien nettoyer doucement. C'est quoi? Vous mangez aujourd'hui? Ça fait longtemps. Le poisson, c'est quel jeu? C'est un bon poisson. Je vais bien manger ça. Tu хотел меня видеть? Мне Мансур сказать. Да. Мне? Нужно позвонить домой. Понимаешь? Сказать, что я живой. Понял? Звонить нельзя. Совсем нельзя. Это опасно для тебя. Почему опасно? Я что, у тебя в тюрьме, что ли? Нахожусь. Телемано! Нет, ты у меня в гостях. Но если ты будешь звонить в Россию, об этом может знать человек, который в тебя стрелял. Какой человек? Ну, русский. Русский человек. Какой русский? Ты что несешь, парень? Человек из своего же корабля. Он твой брак. Он опасен. Кингелай. Буни мэр. Буни. Молодых! Давай, отца, давай! Дорогие жених и невеста, хочу пожелать вам по морскому обычаю 7 футов под килем вашему семейному судну и попутного ветра. И не затягивайте с юнгой!
Тетя Даш, а что это невестка-то ваша? Тоже вроде как в положении. Ты, Тань, за собой последила бы, чем других пальцем тыкать. Спасибо, тетя Даша, ответила. Глеб Сергеевич! Глеб Сергеевич! А что это у вас молодая заскучала? Может, пригласить ее на танец? Верно, Тань! Танец молодых! Пасашок, еще раз поздравляю. А насчет Юнги не затягивайте. Заладил. Ну, я пошел. Давай. Сам дойдешь? Дойду, будь спокоен. Пока. Старый проказник, как тебе стыдно? Давай, Глеб, будь счастлив. Только обязательно будь счастлив. Ну, да буду, буду, Лёх. И давай, да. Давай, иди, тебя жена там ждет уже. Иду, иду. Пашку жалко. Мировой был мужик. И у моря к нам приревновало, вот и забрала. Танюх, ну что, смотрю, недолго ходить-то осталось уже. Да уж как-нибудь раньше у вас. Глеб Сергеевич. А я вот думаю, лучше же мне, наверное, в городе рожать. Ну, в районе-то как-то не хочется. С квартиркой не поможете? Ну, чтобы там горячая вода, отопление, чтобы ребеночка искупать, пеленочки постирать. Ну, ваш-то все равно станет без толку. Нет, ты что, ты сбрендил, что ли? Леш, ты подожди. Глеб Сергеевич, ну что, поможете молодой семье? А что не помочь-то? Живите, конечно. Ты видишь, Леш, видишь, какие люди бывают. Последние себя снимут, а людям помогут. Счастья вам, Глеб Сергеевич, с молодой женой. Счастья. Пойду я. Удачи и вам.
Ты чего? Ты обидел, что ли, на меня, да? Это из-за того, что я пью, да? Я больше не буду. Я правда, я брошу. Ты не волнуйся. Я тебе обещаю. Леш, хорошо бы. Маленький родится, мне помощь нужна. Пойдем. Устала? Да, немного. Пусть у нас с тобой и не самая настоящая свадьба. Хочется, чтобы от нее остались не только плохие воспоминания. Спасибо, Глеб, очень красиво. Только не нужно это. Нужно, милая, нужно. Привыкай теперь. Спокойной ночи. Леша, со мной. Ты что делаешь? За такси расплатись. Тебе будут делать снимки. Понятно. Этому студенту я могу доверить? Я говорила, его брат ему дороже всего. Надо верить. Друга выхода у тебя еще нет. Думали бы он на Ивана? Усилиси. Нам. Бо, кинди. Телема! Телема! Телемам! Бо, река будет! Иди туда. Куда? Куда, Телемам? Бо, ю кангаева куту. Бам. Так, это адвокат. Он будет подготовить для тебя бумаги. Смай. Ты пиши, мы с ним будем сегодня вечером в Каир. Что это? Да ерунда. Просто пиши, кто ты, какая фамилия, какая страна. Анкета. Да. Анкета, да. Пиши. А дальше что? Пишу, дальше что? Дальше надо будет ждать. Долго ждать-то? Только Аллах знает. Мой брат сдат уже 2 года. Твой брат пират. Бандит, понимаешь? Поэтому и ждать. Мой брат скоро будет дома. Понял? Пиши. Пиши. Я подпишу с одним условием. Какое еще условие? Мне позвонить надо девушке своей. Ты не дома 8 месяцев. Твоя девушка уже давно забыла тебя. Она думает, что ты утонул.
Джо Азали Бома, я ганси гено тили лопи тиму мина и уазе лагая гага. Знаешь что, дружище, я ничего подписывать не буду, на. Пока не дашь позвонить, ничего подписывать не буду, держи. Бо, спуту сарнени, е, алингу синете, на сане. Алингу синем канате. Окей, да гули тага хатта мурра. Окей. Ладно, русский. Один звонок. Только один звонок. Хорошо. Не берут. Ладно, давайте документы. Завтра мне еще один звонок надо будет сделать. Нет, русский. Завтра будем в Каир. А если нам повезет там, то скоро будешь дома, а не надо будет звонить. Good? Good, good. Обработкой в порту находится 25 судов. Из них контейнеровозов 15, сухогрузов 8, 2 пассажирских. Подлежит обработке и погрузке 10 судов, выгрузке 13 судов. На завтра запланировано 6 судов. Из них 3 наливных, 2 сухогруза и 1 контейнеровоз. Травкин слушает. Господин Травкин, вам звонят из родильного дома. Поздравляем, у вас родился сын. Вес 3200, рост 48 сантиметров. Мать чувствует себя хорошо. Спасибо. Лидия, зайдите ко мне. Да, Глеб Сергеевич. Отправьте, пожалуйста, цветы моей жене в роддом. Хорошо, Глеб Сергеевич, будет сделано. Главный механик. Все подъемно-транспортные и технические средства исправны. Два крана находятся на обслуживании. Так, давай. Тю, 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 тю. Давай теперь. Тю, 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 тю. Вот, молодец, молодец. Правильно. Давай, черзок. Вот, Лёшка, ты моя. Ну зачем ты его к рукам-то приучаешь? Положи его в кроватку. Полетели. А что у нас здесь есть? А что у нас здесь есть? Смотри, 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 а что у нас здесь есть? Смотри, опа. Вот, правильно, посмотри, папе. Лёш, иди уже, а. Танюш, изменилась ты? Лёш, не начинай, пожалуйста. Привет.
нас все чувствуешь. Хорошо. Спасибо за цветы. Да, ну, брось. Ты очень красивая. Да? Ты против? Нет. Нет, конечно, это твое дело. Ну, просто ты могла посоветоваться, прежде чем назвать нашего ребенка. Ты сын Паши? Да, да, хорошо. Мне предстоит заняться его метриками. Я дам мальчику мое отчество, если ты не против. Если по-другому нельзя. По-другому нельзя. Все-таки для всех ты мой сын. Сын Глеба Травкина. Хорошо. Я тоже хочу такого. Родишь мне? Прости, пожалуйста, ты не мог бы выйти? Мне нужно кормить моего сына. Да, да, хорошо. Я люблю тебя. Папаша! Папаша! Выход в другой стороне. Совсем от счастья потеряться. Первенец, небось? Что, простите? Я говорю, первый ребеночек-то? А, да, да, первый. А халатик? Самый первый. Ну и ну, вот так гости. Хотя, простите, это же мой у вас тут гость. Да вы проходите, Глеб Сергеевич, что же вы там на пороге-то стоите? Твой дома? Нет. Я пришел... На сына посмотреть. Мальчик, значит, да? Мальчик. Это сыну? Спасибо. Прошу. Сколько ему? Ну, а вы сами посчитайте. Считать твое дело. Сколько? Четвертый месяц пошел. Как назвала? Костиком. А как ваша жена? Ей тоже вроде пора уже. Вчера. Мальчик. Поздравляю. Отчество его как? Ну, Алексеевич, какой же еще? Константин Алексеевич. Слышал, пьет твой Лёшка, как бендюжник. Пьет. Судно его сняли. Не берут больше никуда его. Ко мне его пришли. Найду ему работу. Но он не пойдет. Неужели? Гордый? Или почувствовал чего? Ну, а вы как думаете? С чего бы он вдруг начал пить? Ну, кто их знает, детдомовских. Может, гены? Гены тут ни при чем. Значит, сама мало любила. Остудила мужика. Как могла, так и любила. Только той любви, что была, уже все равно нет. Девочка моя. Thank you.
Леша. Чиф, буль-буль и застойте. Смотри, что у тебя. Закусу, закусу. Как назвали пацана? Костик. Костик? Константин? За Константин. А малой-то похож на тебя? А ты что? Конечно, похож. Похож. Вылитый. Легко. Подкидыш. Красава. За Леху. На подкидыш. Давайте за мою Танюху выпьем. М? Одна она у меня. Давай. Давай. Лех! Лех! А давай платочку пойдем. Еще. По стаканчику на буровин. Пока не закрылся, Лех. А? Лех. А что, давай. Давай. Вот чудо я. Идите, сейчас догоню. Ты, Танюш, держись. Тебе надо сына поднимать. Мы тоже тебя не оставим, поможем. Помогать надо было, когда Леша был жив. Тоже верно. Проглядели парни. Но кто же знал? Она вроде и Глеб рядом был, в квартиру свою пустил. Нужна мне его квартира.
Больше тут не останусь ни минут. Я в морскую поеду. А можно и в морскую? А хочешь, и здесь для тебя дело найдется. За Галиной, Пашной мамой смотреть. С проживанием. Да и ребенок с тобой будет. Помянь. Подумай, доченька. Вот Лехи нет. Никого не осталось. Ни одного друга. Глеб, ты просто устал. Слышишь? Тебе нужно отдохнуть. Тяжело терять друзей. Мне так одиноко. И ты так холодна. Милая Лена. Глеб, я прошу, тебе не надо, Глеб. Тимочек, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, мне очень нужно. Это мой брат. Он теперь на свободе, и ты тоже на свободе. Зовут куда меня? Ну, вертолет, я в Йемен, узкое поселство. Через две недели ты будешь дома. Спасибо. Ну что, русский, прощаемся. Давай. Только не забудь, у тебя там есть враг, он в тебя стрелял.
Глеб Сергеевич, звонили из управления порта. Начало сегодняшнего заседания совета директоров задерживается. Насколько? Почему? Неизвестно. Из Москвы приезжает представитель МИДа с нашим старпомом, которого у пиратов обменяли. Ну, мне секретарша Кузнецова рассказывала, его, получается, сначала пираты застрелили, а потом сами из воды спасли. Кузнецов сам поехал встречать. Как фамилия? Не знаю. К сожалению, пока проверки не закончатся, выход в море исключен, вы сами понимаете. Понимаю. Ничего, пусть пока отдохнет, наберется сил. Вы что-то отвлеките его внимание, натерпелся моряк. А хватит. Меня, если можно, сразу в гостиницу. Разумеется. Отдохну и вечером обратно в Сомали. Может быть, задержитесь, посмотрите город, порт вам покажут. Другой раз. Хотя лучше, чтобы этого раза не было. Андрей Михайлович, кинете через квартал тут, недалеко. А как скажешь, Паша. Цветочки купить. Володя, давай сначала в гостиницу. Здрасте. Здравствуйте. Мне бы Лену. Лена уже полгода как здесь не живет. Переехали они. Куда переехали? Ой, ну ничего я не знаю. У них так запутано все там. Сами узнавайте. Ну как вы не знаете? Бабуль, это вам. Ой, спасибо. Да не за что. Спасибо большое. Спасибо. Андрей Михайлович, а вы что тут? Машину отправили, что ли? Да, я ее отправил с Мидовцем. Мы поедем на такси. Я вроде недолго. Да не в этом дело. Я ее специально отправил. Нам нужно поговорить. О чем? О твоей маме. А что с ним? Поехали, Паша, поехали. Паша! Паша, это ты? Да. Живой. Где мать? Там, внизу. Мам. Мам, привет. Мам. Мам, слышишь? Мам, это я приехал. Я сын твой. Не знаю, что ли? Мамуль. Ну ты чего? У нее был удар с того самого дня, как пришло от тебя это известие. Не встает. Сидит так целый день, никого не узнает. Я не захотел, чтобы ее попусту держали в больнице. Или сюда. Вот. Танюша помогает. Thank you.
Спасибо вам, Андрей Михайлович, за все. Даже не знаю, чем вас благодарить. Не болтай ерунды. Татьяне вон кому спасибо. Как подкидыша нашего похоронили, я позвал ее помогать мне ухаживать за твоей мамой. Все-таки медработник. От горя вся скукужилась и схудала. Боюсь, комаров не в походе? Стоят пока. Думаю, как раз все твои проверки закончатся, успеешь сходить с ними в любую загранку. Да они, наверное, всех новых там набрали. Договоримся. Да, чуть не забыл. Глеб Травкин теперь тоже на берегу. Он теперь в управлении портом. Он всегда был проворным. Это да. И жениться успел. Галина Ивановна уснула. Спасибо, Танюш. Ну, он Таня знает, она на свадьбе у него была. На ком Глеб женился? Глеб Сергеевич. Да на своей невесте и женился. На какой на своей? На той, которую он прошлой весной привозил на смотрение. На Лене? Живут себе в Морском. Ребеночек у них растет. Ой, Костик, пойду к нему. Что это ты? Ты же до субботы не собирался возвращаться. Соскучился? Не ждала? Кто сейчас будет кушать у нас? Кто у нас сейчас будет кушать? А дай-ка я покормлю Пашку, а? Давай, давай, давай. Опа! Что это с тобой? Иди сюда. Давай. Ну-ка, соску прочь. Ешь, не торопись. Павел вернулся. Как вернулся? Вернулся. Живой и здоровый. Ну что ж, я рада. Ужинать будешь? Буду. Заберите ребенка, он поел. Дорогая, а можно ложку?
тебе все равно его не отдам. Не волнуйся, Глеб. Теперь я ему не нужна. А женщины суп? Давай, мама. Вот. Давай я сама ее покормлю, а ты поешь. Не, я сам. Вот. За лекарства ты все время пьешь. А это витамины, Паш, не обращай внимания. Ты в Морское поедешь? Да, хочу машину забрать. Пока суть до дела, бомбить буду по городу. Давай порошку, да? Рожечку, да? Рожечку. Чего стряслось? Глеб, там какие-то мутные с утра у наших контейнеров трутся. Ну, если мутные, погаси. Че, мне тебя учить? Нет, так не получится. Тебе надо приехать. Ну, я не могу приехать. Я в Морском. Отправь их до понедельника, скажи, что документы на контейнере в сейфе. А лучше в банке на сделке. Глеб, они вскроют контейнеры. Тебе надо приехать. Сейчас приеду. Живем, сохнем. А ты, я ведь говорил, держитесь ближе Йеменского берега. Говорил ведь? Ну, говорил. Не послушались, салаги. Салаги, дедуль. И то верно. Ну, ты у маманьки был? Был, да. Ну, как она? За границу надо везти лечиться. Вот ты вернулся, сейчас дело пойдет на поправку. Точно? Да, да, да. Травкин-то у себя? Да, дома с женой. А вот он едет. Вернулся. Я не поверил. Старик, ты в Морское? Айда, подвезу. Ты как там? Я уже не там. Может, к себе пригласишь? С женой познакомишь. Паш, не мешай нам, а? Она только-только отходить начала. Если любишь ее, пожалей. Какой же ты, Глеб? Сразу за женщиной спрятался? Я тебя как друга прошу. Друга? Значит, ты по-дружески его утешил? Благодетель. У тебя не было! Ты умер! Да нет, Глеб, я живой.
Она моя! Мы муж и жена! И мы спим с ней каждую ночь! У нас сын! Была тебе любимая. Кто-то, я смотрю, с утра все село гудом гудит. Галина Ивановна, сын вернулся. Дайте поцелуй. Вернулся. Дайте. Блин, ой, как я рада. Как мы за тебя все переживали. Как хорошо, что все уже позади. Да. Ты мамку-то видел? Как она? Ничего, вроде нормально. Тихонечко. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем, посмотри. Это Глебушкин сынок, наш морячок. Здравствуй, Паша. Здравствуй, Лен. Ну, слава богу, ты жив. Мам, будьте добры, поставьте чайник, а такой гость. Жалко, только Глеба нет. Конечно, доченька, сейчас, сейчас, потихонечку. Лен. Не надо ничего говорить, Паша. Почему? Почему? Я живой. Я к тебе приехал, Лен. Это прекрасно, я правда рада. Да. Уже слишком поздно. Я теперь... Только я теперь чужая жена. Лен, я люблю тебя. Лен, слышишь? Паш, я прошу тебя, я люблю нет. тебя очень. Пожалуйста, не делай этого. Нет, Паш. Я очень прошу. Вот и Глеб. Ясно. Желаю счастья. Ты что стоишь тут один? Я, Танюх, никогда не забуду, как ты за моей матерью ухаживаешь. Никогда. Да ладно тебе, Паш. Я же тетю Галю с детства знаю. Не знаю, так же бы моя жена ухаживала. Ну, кто же это может знать? Я знаю. Леху жалко. Он был лучше моим другом. Ты вот что, Таня, выходи за меня. Слово даю, буду лучшим отцом для этого Костяна. Паш,
Я же понимаю, что ты все это сейчас говоришь только из благодарности. Ну и что из благодарности? Может, так лучше, чем по любви? Ну зачем я тебе с ребенком? Ты еще встретишь девушку, которую полюбишь и на которой женишься. Ты подумай, я не тороплю тебя, подумай. Пойдем в дом? Здравствуйте, Глеб Сергеевич. А зачем сюда пришла? Не могла позвонить? Вы телефон-то мне свой не давали. Наверное, опасаетесь, что после Лешиной смерти я буду на шею вам вешаться. Да было бы чего опасаться. Посмотри на себя, совсем перестала за собой следить. А тебя в доме моего дяди так заездили? Дядя ваш святой человек, вам не ровно. Я сяду. Ясно. Чего пришла? Посоветоваться я хочу, Глеб Сергеевич. Замуж меня зовут. Да? Кто? Павел муж Громов. Шутишь? Он хочет усыновить Костик. То есть он хочет усыновить Костика? Он будет воспитывать моего сына, ты хочешь сказать? А что, вы неплохая будете пара? Значит, вам все равно, с кем останется ваш сын, если со мной что-нибудь случится. Что с тобой может случиться? Ну, малый, неужели к себе не возьмете? Вы могли бы усыновить его, как сына вашего товарища. Женатым это можно, вам не откажут. Но зато сын бы рос рядом с отцом. Я тебе уже говорил, этот ребенок мне не нужен. А вы правы, Глеб Сергеевич. Моему Костику лучше расти подальше от такого отца, как вы. Что же я за человек-то такой? Лучше Лёшки моего никого не было. А я тебя всю жизнь любил. Экипажу, всему личному составу собраться в кают-компании. Повторяю, всему личному составу собраться в кают-компании. Штурман, подготовьте маршрут на 3 дня по заданным координатам. Выполнять. Есть, выполняем. Разрешите войти, товарищ капитан? Ну, здравствуй, здравствуй, дорогой ты мой. Вот, зашел, не удержался. Рад тебя видеть. Молодец, что пришел. Хорошо выглядишь. Спасибо. А я никак в толк не возьму. Чего они 2 недели все бегают и бегают, сведения о тебе собирают? Оказывается, готовились к обмену с пиратами. Вот так экипаж к тебе, видишь? Крепко вас проверяли? Не спрашивай, тут такое было. Ну, сам понимаешь, нападение пиратов на судно, убийство старпома. Почему убийство? Ну, убийство. Глеб Травкин все видел, как в тебя стреляли, как за борт бросили. Он единственный свидетель. Не единственный? Конечно. Товарищ капитан, разрешите с воскресшим чифом поздороваться. Серафим Сергеевич. Здравствуйте. Живой чертяка. Наниматься пришел? Ну, если еще месяцок постоите в порту, с вами махну. Если возьмете. Да возьмем, возьмем, возьмем. Куда же мы денемся? Спасибо.
Приветик, дорогая. Здравствуй, Танечка. Здравствуйте. Ну, как вы тут? Да ничего, будете кушать? Спасибо. Мы с мужиками посидели немного на прощание. С мужиками? Да, я ведь, Танюша, с работы ушел. Как? На пенсию. Последний день сегодня отработал. Хватит. Да. Завтра получу расчет и повезу нашу Галю в Германию. В Германию? В клинику. Я ведь... Пока Паши не было, все документы оформил на себя, как на опекуна. Вот через неделю поедем. Надо же. А я думала, что так уже сейчас не любят. Ну вот, через сутки будем в Констанции, а там самолетом мы в Мюнхен. Счастливого пути. Только не вздумайте никуда уезжать. Живите, как у себя дома. Костику нравится играть с моими макетами кораблей. Не ругайте его. Моряк растет. Пашка, не отпускай ее. Хорошо, Андрей Михайлович. Все будет нормально. Мам, слышишь? Скоро увидимся, слышишь, мам? Все будет хорошо. Ну, давайте. Ну что, Костик, будешь моряком? А? Будешь? Как дедушку, поплывешь на корабле? Что, Танюш, нам надо решать с тобой что-то. А я думала, ты передумал. Почему? Я тебя обидел? Паш, я очень хочу, чтобы у Костика был отец. И я знаю, что ты будешь самым лучшим папой. Ну? Только 2 месяца назад была у онколога. Все началось, когда я Костю родила. Что началось? Мне жить осталось меньше месяца. Да ладно, ерунда. Что, и ничего нельзя сделать? У меня сердце слабое, и бороться с болезнью не получается. Так что думай, Паш, думай. А у меня времени уже думать нет. Ну, пойдем, Кость. Покормим чаек. Thank you.
Прости, такой привет. Мальчик. Какие новости? Какие новости, пацан? Завтра у папы день рождения, я хочу съездить на кладбище. Хорошо, дорогая, я дам тебе машину. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что это? Это наш с тобой медовый месяц в Испании. Настоящий, без притворства. Этого не будет, Глеб. Прости, чего не будет? Медового месяца не будет. То, что я прогнала Пашу, это не значит, что я полюбила тебя. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, Елена Петровна. Такая же холодная и неприступная, как год назад. Кстати, если вы хотите вернуться к Громову, то он женится на Татьяне. Вы помните ее, да? Вдова Лехи Подкидыша. Недолго мучился Павлуша. Жизнь идет. Жизнь идет. Это ничего не меняет, Глеб. Согласен. Поэтому собирайся и подумай, что ты возьмешь себе и младенцу. Это будет феерический медовый месяц. Ты, я и наш пацан. Давай. Кораблинка — это большой дом, видишь? Только он стоит на месте, а может плавать туда-сюда. Потом он заходит в порт. Порт тоже большой дом, только уже для кораблей. Понимаешь? Ну что, моряки, пора спать? Ну что, Костик, спатьники, да? Готов? Ну пойдем. Пойдем, мой моряк. Пойдем спать. Да-да-да, мой милый. Сейчас мы с тобой ляжем в кровать. Будешь спать? А это тут у нас кто это такой хороший спит? Костенька. А кто это к Костику пришел? Ты лекарство-то пьешь? Я пью, Паш, пью. Привет, Костя. Привет. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и укусит собачок. Вот, Лешенька, скоро я к тебе соберусь. Теперь уже можно. Костик с Пашей, не разлей вода. Костик его так любит, а Паша радуется. Он не знает, кто его настоящий папа. Ты знал, ты догадался и терпел, потому что любил. Прости меня, Лёш. Прости меня, пожалуйста. Вы, Павел, говорите, что в момент выстрела находились здесь? Да. А можете примерно стать, как вы стояли? Еще раз. Будьте добры. Хорошо, вот так я стоял. Значит, вы стояли лицом сюда, а где находился пират? Вот, передо мной прям, я же вам показываю. Так, и стреляли... С какой стороны? Со спины. С этой стороны. Странно. Налицо несоответствие ваших показаний, главного свидетеля Глеба Травкина. Я не знаю, что он вам показывал. А я вам расскажу. По его показаниям, вы находились не здесь, а здесь. Как это называется, палуба? Эта палуба называется шлюпочной. Вы на шлюпочной палубе, а Глеб находился вот здесь, на корме. И после выстрела вы сразу упали за борт. Он что-то путает. Как был, я вам только что показал. Да, кто-то из вас заблуждается. И пытается ввести в заблуждение следствие. Нет, это зачем надо? Согласен. А Травкину? Ну, должна же быть причина столь разительных расхождений. Не знаю, темно было, ничего не видно. Вы у него еще раз спросите. Спрошу, обязательно.
Леночка, неужели это вы? Серафим Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. В гости к нам пришли. Что же вы у порога стоите? Милости просим. На пароход. Вперед на пароход. Да я просто мимо проезжала и решила сыну наше судно показать. Ну что ж вы с берега покажете? А ну-ка, прошу на борт, Юнга. Вот так вот. Вот так. О, вот, вот. Смелее, смелее. Скажите, а у вас не было личной неприязни с Глебом Травкиным? Нет. Ну что ж, спасибо. Не отставайте, Леночка. Вот, это тоже член нашего экипажа, запомни. О, Чиф, и ты здесь, какая удача. У нас прямо день открытых дверей. Здравствуй, Лена. Здравствуй. Какая теплая встреча. Елена Петровна, следователь Кораблев. Очень приятно. Очень приятно. А я совсем забыл, вы ведь тоже на этом судне ходили. А муж ваш не в отъезде? Нет. Очень хорошо, я к нему зайду. Ну что ж, всего доброго. К сожалению, придется еще раз встретиться. Хорошо. До свидания. Ну все, я вас оставлю. Леночка, только ко мне. Зайдите, пожалуйста, обязательно, хорошо? Хорошо, ребенок. Ой, да-да-да, Юнга, иди к маме, вот так вот. Рад тебя видеть. Я тоже. Как ты? Как мама? Мама хорошо, в Германии на лечении, с Андреем Михайловичем. Ты как? Ничего. Из науки ушла, пока с Пашкой вот сижу. С Пашкой? Да. Меня там машина ждет. Ты извини, я побегу, ладно? Нет, подожди, надо поговорить. Давай в другой раз. Да я хотя бы провожу. Не надо, я не заблужусь, спасибо. Ребенка растут. Есть что вспоминать. Помнишь, перед твоим исчезновением на судне ее сильно подташнивало. Все еще тогда подумали, что у нее морская болезнь. Помнишь? Ну, и что? Она была беременна, Чиф. Срок был 4 недели. Мне кажется, надо тебе с этим разобраться. Да. Что? В какой больнице? Костя. Где Костя? Он в яслях, Танюша. В яслях. Все хорошо с ним. Свалила я все на тебя сама. Да ничего ты не свалила. Может, прости меня. Я должна была тебе сразу все сказать. Я не могу вот такой. Танюш, ты поправишься, я верю. Разговаривал с врачом. Все будет хорошо. Хорошо. Слышь? Ты меня не перебивай. Ничего не знаешь. Неужели ты за меня погиб? Не говори, глупости. Я ему изменила еще до свадьбы. Когда вы на курсы поехали. Он все чувствовал. Я думаю...
простил тебе. Знал, что Костик не вас. Танюш, береги силы. Паша. Слышь? Костик, он Глеб. Сергеевич! Здравствуйте! Здрасте. Да. Мне секретарша сказала, что вы здесь, и я вот пришел. Здравствуйте. А, я знаю. Простите, не ждал вас. А я ждал, и вот, видите, сам пришел. Извините. Евгений Антонович. Евгений Антонович, не минуту свободного времени. Я понимаю. У меня к вам один вопрос. Где же все-таки находился потерпевший в момент, когда в него стреляли? А я же вам говорил уже. Говорить-то вы говорили, но дело в том, что потерпевший называет совсем другое место, понимаете? Мы его прошили насквозь. И несколько раз при этом. Чего он там может помнить? Значит, вы не будете возражать против очной ставки прямо на теплоходе, например, завтра в 10? Ну, завтра я вообще собирался к семье, в Морское. Ну, это же недалеко. Я вас долго не задержу. Давайте вас подвезу на проход. Хорошо. Громову я сам сообщу. Хочу вас предупредить, Евгений Антонович, Громов до моей женитьбы с моей женой Леной ухаживал за ней? Так. Безуспешно. Он может быть необъективен? Интересно, а вам это чем может грозить? Мне ничем. Ну, просто не хочется, чтобы следствие шло по ложному следу. Глеб Сергеевич, я вам хочу сказать по секрету. Чтобы установить истину, меня интересуют все пути, и даже ложные. Понимаете, вы единственный свидетель тех событий. Я пытаюсь установить картинку, и как-то не получается. Пазлы не сходятся. Ваше право мне не верить. Да нет, я вам верю. Ну что вы. Просто зашел пригласить вас на очную ставку. Надеюсь, там все и прояснится. Значит, будете? Конечно. Хорошо. Кстати, у меня к вам будет еще несколько вопросов относительно ваших причалов. Что вас интересует? Ничего. Кроме двух контейнеров из Финляндии, которые что-то долго там стоят. Всегда, пожалуйста. Всего доброго. Мамаша! Что? Сбили ребенка? Хоть бы поздоровался. Ни мать, ни жену, ни ребенка не признаешь. Хоть бы раз детем своим поиграл, на руки взял, сердцу прижал. Да ты прям как не родной. Мамаша, идите к себе. Ты становишься невыносим. Дарья Макаровна, ты в чем виновата? Лен, собирайся. Куда? Ты забыла? У нас с тобой медовый месяц. Глеб, что мне еще нужно сказать, чтобы ты перестал мучить и меня, и себя?
Да ты еще не знаешь, что значит мучиться. Я не люблю тебя, Глеб. Я никуда не поеду. Нет, ты поедешь со мной. Или я поеду без тебя, но с твоим сыном. Нотариально заверенное согласие на вывоз нашего общего ребенка. Подпись питала на твое сотрудничество. Подожди. Ты жди, Таня, ты не сделаешь этого! Ты не сделаешь этого. К черту все! Я сделаю это, ты увидишь, ты больше никогда его не увидишь! Слышишь меня? Никогда. Собирайся. Рано утром уезжаем. Да, алло. Добрый вечер. Не разбудил? Нет, да. Слушаю вас. Это следователь Куравлев. Вы не могли бы завтра ровно в 10 быть на Комарове? Это не нарушает ваших планов? Нет, я собираюсь завести сына в ясли и приехать на корабль. Ага. У меня как раз разговор с мастером. А, с капитаном Боровым? Да. Очень хорошо. Ну, тогда жду вас завтра на корабле, хорошо? Хорошо, договорились. Спасибо. До завтра. Договорились. Ну что, Костик, баньки? Пойдем баньки. Ну и что за пожар? Сейчас, тихо, тихо. Документы на контейнере готовы? Да. Просекать. Свой пирс в склад превратил. Я тебе говорил, контейнеры прятать надо. Ладно, ладно, ладно. А это там не твоя баба по пирсу бежит? А его еще нет, на борту капитана Вахта. Но я вас помню, можете пройти, подождать на палубу. Да, спасибо. Ну что ж, очень жаль. Все твои вопросы решены, мог бы прямо сейчас с нами в море. Не могу я бросить Костик. Не хочу, чтобы он жил в Припяти. Да я понимаю. Ну ладно, смотри сам. Закончишь все дела, приходи. Всегда будем тебе рады. Удачи. Спасибо, Юрий Александрович. Лена!
Лена, любимая. Лена! Любимая. Здорово, Глеб. Как же ты мне надоел уже. Лена! Что, здороваться не будем? Не надо, Павлуш. Иди со мной. Ты что, убьешь? С первого раза не вышло. А ты поди докажи. Да мне парень все рассказал. Тебе тоже надо было его убрать. Кто поверит какому-то там пирату? Вспомнил? Скажи мне, что мне нужно сделать, чтобы ты исчез из моей жизни? Чтобы тебя не было на моей дороге. Сколько раз мне тебя надо убить? Паша мой сын. А Костик твой? Таня. Она звала тебя перед смертью. Леша за тебя погиб. Леша погиб из-за своей слабости. Вы все слабаки. Зачем ты воскрес? Зачем ты снова вернулся и все испортил? Зачем? У меня бы с ней все было хорошо. Нет, Глеб, не было бы. Лена. У нас бы никогда не было бы хорошо. Ты очень страшный человек, Глеб. Лен, теперь ты видишь, я ради тебя готов на все. Поехали. Через 2 часа мы будем очень далеко отсюда. Я же тебе сказала, я никуда с тобой не поеду. Вали, отец. Давай, прыгай за борт. Успокойся, Глеб. Прыгай за борт, Джон, я сказал. Ты видишь, мне теперь нечего терять. Человек за бортом! Здравствуйте. Здравствуйте, дед Сава. Здорово. Как живешь? Живем помаленьку. А ты-то командуешь, да? На пенсию вышел. Вот морской перебираюсь. Примешь? Живи. Андрюха, кого везешь? Не разглядела что-то. Здрасте, здрасте. Так это же Галинушка живая. Стальная наша. Здравствуйте. Улыбается. Ну, а врачи все-таки вылечили. Вылечили, вылечили. А Пашка? Пашка где? Как где? Как и положено моряку. В море. Ну все, мужики, берегите маму. Дайте поцелуй. Ну, обними. Давай. Давай, Паш, целуй. Старпом! Да. Задерживаешь отход. Уже на судне. Вы уж приглядите за ним, Серафим Сергеевич. Чтобы за борт не упал. Я тебя люблю. Мы ждем тебя. Помоги папе ручкой. Скажи папе пока. Пока, папа. Помаши ручкой, а?